у Анфисы нашли опасную инфекцию. Наследница 53-летнего Ивана Охлобыстина заболела COVID-19. Врачи обнаружили коронавирус у 23-летней дочери актера и режиссера. Медики не стали госпитализировать инфицированную, она не входит в группу риска, и заболевание протекает у нее в легкой форме. Она в Германии могла заразиться, рассказал Охлобыстин. Но она 12 числа приехала из Германии, то есть уже 14 дней прошло. Где-то на улице, они ходили там по городу, где-то в кафешке или на концерт они еще ходили. По словам наследницы артиста, она могла заразиться от знакомого. Девушка ведет активный образ жизни, имеет много друзей, катается на сноуборде, занимается спортом. Иван полагает, что и другие члены его семейства переболели коронавирусом. «Мы могли уже на ногах перенести, честно говоря», — сообщил актер Цайграду. В Москве и Подмосковье, где проживает звездное семейство, наблюдается самая напряженная обстановка в стране по коронавирусу. За последние сутки в столице зафиксировано еще 448 случаев заболевания, в Московской области – еще 34. В целом пандемия охватила 78 регионов нашей страны. COVID-19 обнаружено 4149 человек. 601 случай был выявлен за день. Американские ученые заявили, что провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавируса. У мышей, на которых тестировалось средство, начали вырабатываться антитела. Ранее Охлобыстин рассказал, как они с супругой Оксаной потеряли ребенка. Они живут вместе уже больше 20 лет и воспитывают 6 детей.